Расширенное совещание в Сочи с участием главного санитарного врача России Анны Поповой посвятили угрозе распространения лихорадки Зика. Сочи практически единственное место в стране, где есть комары-переносчики этой инфекции. Пока очагов их распространения на курорте не выявлено, рассказала Анна Попова, но зафиксировано появление единичных особей. Санитарное состояние города в самом деле таково, что замечаний на сегодняшний день не вызывает. На сегодняшний день рисков распространения лихорадки в этом регионе нет. Для того, чтобы они и не возникли, мы проводим целый ряд мероприятий с февраля. Задача, которую поставил и мэр города, которая была определена еще в феврале, это город Сочи без комаров, и я уверена, что она будет достигнута. Первый этап обработки уже завершен. Потрачено 5 миллионов рублей. Обработано свыше 180 гектаров. В первую очередь социально значимые объекты, школы, детские сады, больницы, плюс подвалы многоквартирных домов. С повышением температур повышаются и угрозы возникновения очагов распространения комаров. Поэтому в течение лета пройдет еще 4 таких обработки. В центре внимания крупные водоемы. Их заселят рыбкой гамбузии, благодаря которой в 50-е удалось победить малярию. Даже просто пустые емкости, которые у нас присутствуют буквально везде на дачных участках, для того, чтобы воду там собирали. Мы сегодня понимаем, что застой воды даже в течение 10 дней может привести к тому, что эта рыбка будет, то есть этот комар будет развиваться. Мы создадим, значит, рейдовые группы, в состав которых будет входить представитель Роспотребнадзора, представитель администрации, казачества и, конечно, представители наших домов, либо садоводских товарищей, чтобы обследовать все домовладения, все дачные участки. С их хозяев будут требовать привести в порядок свои участки, не допускать сырости и скопления мусора. Уже во вторник в Зимнем театре пройдет очередное расширенное совещание с участием председателей ТОСов, управляющих компаний и садовых товариществ. На курорте будет развернута большая профилактическая кампания. В борьбу с комарами, как потенциальными разносчиками инфекции, должны вступить все. А еще этим летом в Сочи ожидается приезд тысяч иностранных туристов. А между тем, случаи заболевания вирусом Зика зафиксированы в более чем 40 странах мира. Поэтому крайне важно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность и гостям, и жителям курорта. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.